очередь большая, да? Как видите, там мы не смотрим. Откройте глаза вдали. Ясно. А дисков специально нету на BMW, нет? Нету. 520, нет? Окей. Ездит только в левом ряду, она шестанца. Я вижу, не будет обляцаться. Только дорогое вино шестанца. Не присталаться, типа тягой нажираться. Она вся такая, нихуя себе отцаться. Деловая, важная, просто опасаться. Цены себе не сложить, не ебаться. Отцаться в ее пыльца, отдуется, отцаться. Она вся... Минус 20. Мы хуярили тут в прошлую смену с 10 утра, короче, до 10 утра. Вот так, блядь. Позапрошлый я. Один клиент увидел пакеты, сразу все Скажите, пожалуйста, сколько вы простояли в очереди? Я дохуя. Да ладно, вы же врете. Вы же воспользовались услугой самообслуживания. Да, я выбрал самообслуживание. Здесь иногда дают свой этот самый балансировщик попользоваться. Второй в соседнем ангаре. Как бы приезжаешь, меняешь все сам, еще и платишь за то, что сам меняешь. Это офигенная работа с Панчо Боба. Да, шиномонтажник в это время сидит на кресле. Да, кстати, у него неплохой комп и хорошая акустика. Комп плохой, на самом деле. Акустика ничего, да. Они очень быстро очередь. Сколько? Минут 40, наверное. В итоге ты психуешь и сам колеса снимаешь. Вот так. Вообще жарко. Да, и что?
Слышь, я же все равно какой стороной, да? Ага.